Всем привет, мои золотые! Кто смотрел и следил за нашим инстаграм, тот знает, что мы в Бангкоке. Сейчас мы идем завтракать и выдвигаемся в город. Эх, аккуратнее. С нами наш видеограф Алим. Его только что достали из стиралки с помятой футболкой. Так получилось. Куся, как тебе Бангкок? Нравится? Сумку купили уже на днях. В общем, сейчас покушаем и продолжим наше путешествие по Бангкоку. Эка привела нас вот в такой кафурик. Мы счастливы. Да. Сейчас вкусно позавтракаем, надеюсь, и двинемся дальше. Что там в меню? Цены в Бангкоке, друзья, ну, подешевле, чем в России, конечно. За 50 рублей можно покушать кухню. Ну, за 50 рублей ты не покушаешь обед. За 20 рублей. Чушь несешь. Ну, типа сэндвич клаб. Блин, здесь напитки классные. 95 завтрак, бат, это где-то вот, ну, 180 российских рублей. Даже меньше 150. Я заказал себе латте айс. Алим повторил за мной, как всегда. Это обычно бывает. Обычно. Да. А я просто взяла себе горячий вот кофе. С утра надо начинать с горячего кофе. Да? Именно очень вкусно. Ждем еду. У меня с утра плотный завтрак. Это рис, семга и острый карри. Окей, лайт. Омлетик, да? Угу. С помидоркой. И хлеб с помидорками и с кетчупом. А Алим сегодня на диете? Я на диете. На какой диете? Ты в 5 утра мне писал, пойдем завтракать, пойдем завтракать. Потому ну, скажешь, глаза не открыть есть хочешь. Поэтому... Не просыпался? Да. Кстати, проспал. Проспал. Поэтому, друзья, ждите. Кстати, если мы с Аркисом едим 2 раза в день, это максимум, Алим 6 раз. А глоед, его просто не прокормить. Может, пойдем покушать? У меня уже денег не осталось. Вызвать такси, тот еще челлендж в Бангкоке. Но мы это сделали. Приехал. Ниссанчик, хай. Какой кайф, да? Какой, да, сдай телефон мой. С кондюром, ребята. Здесь просто асфальт плавится. Алим, как сам? Вызвали Джеки Чана. Покажи Джеки Чана. Вот он. Он везет нас на точку. Друзья, чтобы вы понимали, Бангкок — это город, который состоит только из торговых центров. Это мегаполис для шопинга. И не просто маленьких каких-то центров, а гигантских, с размером в поселок. Каждый 50 метров огромный ТЦ, в котором масса шоурумов крутых. От люксовых брендов до обычного масс-маркета. Поэтому я думаю, за шопингом мы будем прилетать только сюда. А сейчас мы пришли в гигантский центральный магазин Apple. И хотим посмотреть, что у них есть в наличии сегодня. А это, кстати, самая высокая елка в Азии. Ее высота 40 метров. Короче, как обычно, во всех магазинах Apple говорят, что нету ни Pro Max, потому что в Китае сейчас новый коронавирус, заводы не работают. И, к сожалению, их в наличии нет. Но зато на витринах их миллион штук, друзья. Это просто, я не знаю, смех какой-то. Обычные есть, вот таких валом. 14+, 14, их очень много валом. А именно прошек нету. Но я-то парень умный. Я и себе, и Кузьке уже ухватил новый Pro Max. Че, чехол хочешь, малыш? Вот такой заявок. Под фиолетовый. Мальчик, ты не пробовал рубашку погладить, майку свою? Вай, смотри, ладью. Чем еще заниматься в магазине Apple? Играть в игры, как там что-то пишет. Алим, ты что, в детстве не наигрался? Графика хорошая, да? Детская, да. Чисто для игр ее можно взять. Только асфальт 9 покупать придется. А ну, как вы думаете, эти очки идут эти? Нет. Нет? Ну, мне кажется, нет. Не вот эти а очки. Мне эти?
Олег. Нет, тебе лучше было. Ребят, как думаете, мне идут эти очки? Ray-Ban. Что, возьмем их? А ну покрутись, кажется, покрутись, покрутись. Просто если что, я их смогу носить. Да. В смысле, я их себе беру. Сейчас. Эйка, ты выбрала что-нибудь? Да, я вот эти хочу. Ребят, тебе прям идут. Супер. Как вы считаете, норм? Мне кажется, да. Либо вот этого цвета. Разбей, разбей, сейчас за все заплатим. Такого цвета. Я думаю, первые, да, лучше. Да, те были лучше. Да. Да. Вон, гравировка, конечно, есть. Ну, тут не, да, видно. Да, да, оригинальные. Ты что, в Пали не бывает таких торговых центров. Ты что, шутишь? Только почему именно на мейк написано... Бабушкин огород, что ли? Саркис кайфует просто. Ему больше ничего не нужно. Мы здесь, ребята. Погнали дальше. Короче, этот ТЦ называется Central World. И он просто гигантский, я не знаю. Тут что хочешь есть. Все бренды мира здесь представлены. Ну, в принципе, во всех торговых центрах здесь именно так. Сейчас здесь чуть полазим, Эка себе что-нибудь повыбирает. А потом мы поедем в другой. Ага, Эка нашла очки еще одним. Вот, вот то, что смотрела, нет? Друзья, вы видели такое когда-нибудь? Сюда люди заходят и выбирают чехлы на телефон, какие они хотят. Индивидуально, быстро делают. Это очень прикольно. И можно одинаково сделать на все устройства. Телефон, ноутбук, наушники, часы. Хочу со своим именем. Прикольно. Круто. И тут быстро лепят, да, они? Наверное, да. Можно все такое куплю? Можно. Мы зашли в Rolex. 361 тысяча бат. Это 500 штук где-то. Вот за эти часики. По курсу, в перевод на наши. Сейчас вам скажу, сколько это будет. Это 650 тысяч. Я думаю, что это очень достойная цена, намного ниже, чем у нас. 650 штук? Да, но это дешево, дешевле, чем у нас. Прикольные, да? Да. Но это не мой фасон. Мне кажется, размер сильно, сильно большой. Друзья, как вы думаете, стоит сейчас мне Эки купить роликсы? Алим. Размер большой, да? Прям большой? Ну, мне кажется, да. Ты заслуживаешь роликсы? Конечно. Это большие часики на руке смотрятся или нет? Нет. Нет? Нет. Вес наберешь еще. Во время беременности еще вес наберешь, то нормально будет смотреться. Нет, я хочу померить вот этим. Так, Кусь, ты не лопнешь с таким кофе? Литровое кофе холодное, друзья, на российские деньги 125 рублей. Как вам такое? Очень вкусно. Попробуй еще. Давай. Вкусное? Вкусно. А я тебе говорила, ты не верил. В местном фудкорте сейчас будем брать вот такие вот сосиски в сыре, крутые, очень вкусные. Вчера я их брала, сказала космос, да? Вот так выглядит фудкорт. Что хотите есть, друзья? И самое странное, знаете что? На улицах мы с Алимом почему-то ни разу не увидели ни собак, ни кошек, да, Али? Это, конечно, настораживает. Так что, когда приезжаете в Бангкок, ищите собак, здесь не найдете. Это настораживает, но... Ай! Что хотите есть, друзья. Танцуй, танцуй. Давай, танцуй, бабки, не проблема. Пацаны в шоке. Два любвеобильных мальчика в шоке. Мы взяли, в общем, вот такие вот сосиски в сыре. В тесте.
как у бабушки. У вас, конечно, много насыпали кетчупа и всего остального. Я попросил себе мало. Сейчас посмотрим. Еще вытру. Что, не будете? Нет. Пушка. Твое мнение, Якусь? Я-то это уже ела. Ну, тут вкуснее, чем там, попробуй. Подожди, сейчас. Да? Ну, этого спрашивать не буду, он ест все, что не прибито. Да чего здесь красиво и приятно находиться, а? В общем, мы закончили хождение по одному торговому центру. Сейчас пойдем, наверное, в другой. А может, и поедем смотреть какую-нибудь достопримечательность, потому что Алиму впадлу ходить по ТЦ и покупать что-то, да? Да. Бабок нет! Бабок нет. Такой, слышишь, бабок нет, так что остаешься без тех чего? Вещей, которых я тебе обещал. Я тебя умоляю. Вот такие вот тук-туки стоят. И розовый такси. И розовый такси, пойдем. Да. Что мне очень нравится в Бангкоке, друзья, это вот такие надземные переходы, они здесь повсюду. То есть ты можешь и по земле идти, и можешь переходить дорогу, вот смотрите, они по всему городу идут. Это ветка метро. Ты такое видела хоть где-нибудь? Где? В Бангкоке. Забыл сказать, девчата, кто хочет, пишите этому парню. Молодой, перспективный, амбициозный, красивый. Будет классно вас фоткать. Будет классно фоткать, да. Это наш, я вас буду. Это наш видеограф Алим. Он в поисках той самой ненаглядной, любимой. Да. Пишите в тирик, и мы ссылку на него оставлю, так и быть, в описании. Ты идешь, и вокруг одни высотки, стройки продолжаются. Там, кстати, в здании есть дерево, отсюда, наверное, не видно. Очень красиво смотрится. Просто вокруг одни высотки, друзья. Такое ощущение, как будто мы где-то в Нью-Йорке. И, кстати, практически все люди ходят в масках, ездят в масках, потому что после ковида они очень сильно боятся. И для своей же безопасности, хоть и все ограничения сняты, они ходят в масках, ездят в масках. Я не знаю, спят, наверное, тоже в масках. Вот мужик тоже в маске. Все. А еще, что мне нравится в Бангкоке, просто посмотрите на общественные остановки, друзья. Вот люди просто сидят себе здесь, тут есть и Wi-Fi, и зарядить телефон можно, и вот ждут свой автобус. Ну не класс. Что за высотки, а? Очень красивые. Идем сейчас на смотровую, покажем вам с высоты птичьего полета весь Бангкок. Вообще это очень удивительный город, где переплетается богатство с бедностью. Огромные высотки, которые уходят в небо с фавелами. Низкими, маленькими, старыми. Роскошь с беднотой. Это удивительно очень, реально. На таком контрасте городишко. Честно мне сказать, он очень зашел. Мне очень понравился Бангкок. Прям не знаю, как будто вот я здесь давным-давно живу. И вот я на спокойнике просто хожу. Люди все добрые. Все отзывчивые, ну, типа, ты здесь себя чувствуешь очень раскованно, очень спокойно, кайфово. А мы идем вот в это здание. Смотрите, какое красивое. Очередь как в аэропорту. Ценник, конечно, не из дешевых. С человека 1800 рублей подняться наверх. Это очень дорого, я считаю. Да? Очень дорого. Эк, идем, нет? А мы же олигархи. Конечно, идем. Слушайте, реально, как будто мы тут в аэропорту. Проходим какой-то досмотр. Снимайте сумки. Окей.
что ты такой прошел через турникет. Идем. Короче, нельзя со своей едой, со своими напитками. Вот так лучше. Со своей едой, со своими напитками. Со штативом нельзя, с квадрокоптером нельзя. Короче, ни с чем нельзя. Просто поднимаешься, смотришь, но у нас здесь маленькая камера. Здесь фотосессия у ребят. Улыбайтесь. О, как прикольно. Так быстро поднимается, аж уши закладывает, друзья. Офигеть, 480. Здесь классно, друзья, здесь классно. Мы в Нью-Йорке. Офигеть, какая красота. М6, смотри, М6. Стой. 64-66. А мы на какой поднимаемся? Ай, как мне уши закладывает. Просто сюда, друзья. Это Бангкок. Охренеть, какая красота. Сейчас мы еще выше поднимемся. Это самое высокое здание в Азии. Второе в мире. Как оно покачивается. Вниз просто. Машины как игрушечные. Метро уходит, отчетливо видно. Невероятная красота. Что скажешь, Алим? Очень сильно, это нет? Это пушка. Это стоило того. Мы едем наверх. Нам дали на ноги что-то здесь. Да, это, короче, носки выдают, чтобы там пол не пачкать. Мы едем еще выше. Своими грязными ногами. Мы сейчас на 75 этаже. Здесь, да? Высота 320 метров или 314. Мы покажем. Едем сейчас на какой? Мы на 75 едем. Правильно? На 76. 76. Народу очень много, но я думаю, вы готовы, друзья. Народу тьма. Вот это стекло. Очень красиво. Я на высоте. Я очень боюсь высоты, друзья. Смотри, это что-то четко. Смотри, 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 Саркис. Просто смотри на эту красоту. Тут, конечно, тьма народу, но это стоило своих денег. Народу очень много. Мы просто под небесами, друзья. И закат вот такой. Смотрите, куда мы пришли. Офигеть просто. О, просто сюда, друзья. Я в шоке, как тут опасно и в то же время круто. Бангкок обязателен к посещению, друзья. Ради таких, он даже чудак чихнул, правду говорю. Ради таких видов оно стоит того. Вот это самый красивый торговый центр, да. Бангкока. Самый красивый торговый центр Бангкока. Вот так он выглядит. Просто на толщину бортиков перил. Одно стекло толщиной с палец. Офигеть можно. Ночь плотная. Так что здесь безопасно, друзья. Ночной Бангкок определенно восхищает. Ой, может, едем вниз? На очень высоком уровне, конечно. Я буду выкладывать сторис. Снова телефона. Да. Довольно. Тем временем мы проголодались, зашли в первое попавшееся кафе. Ой, как тут прохладно. Вот нормально.
Банан подарок дают. Да, 9 батон стоит, не хочешь подарок? Что, здесь покушаем по бурику? Здесь нету ничего. К сожалению, в этом кафе не было еды, только напитки. Мы продолжаем свои поиски еды. Мы зашли в Pizza Hut, заказали пиццы. Сейчас по бурику перекусим и продолжим вам рассказывать и показывать самые страшные места Таиланда. Как раз сейчас уже темнеет. То, что нужно. Тем временем у нас вообще стемнело, мы сделали вот такие крутые коктейли нам. Да, покажи мой тоже, у меня тоже есть. В магазин заходишь, покупаешь стаканчик, лед, Red Bull и какой-то их не безалкогольный, тоже сладкий напиток, ну, смешиваешь топин, и да. Бодрит конкретно. Родиться в Таиланде пацаном в большинстве своем это трагедия для семьи. Потому что зарабатывают здесь определенные девушки определенным способом. Вот они все красавицы. Сидят. На любой вкус и цвет. Прячут свои лица. Это очень распространено в Таиланде. Древнейшая профессия, так скажем. Древнейшая профессия? Да. Сейчас мы проведем эксперимент. Алим подойдет к одной из них. Давай, иди зацепи одну. Саркису нельзя, он женат, а ты так думала? Дай камеру, я подожду. Не надо, иди хотя бы спроси, сколько денег стоит. Давай, ну мы же должны нашим подписчикам рассказать цену. Да, меня потом, не стесняйся. Да, домой не пустят, я потом. Ну, девочки сидят и ждут своего часа. И так вся улица. But lady, no, no video, eh? Окей. Говорит, улицу можешь снимать, но девушек нет, да, я не буду рисковать, потому что уже очень много косых взглядов я поймал от людей. Что очень странно, в Таиланде шмаль легалайз, но в то же время электронки нельзя курить. Я не знаю, как это работает, чтобы вы понимали, просто я вам сейчас покажу, перейду улицу, просто вам покажу. Это место, вот так выглядит, и тут на каждом шагу нарисована шмаль, вы можете подойти, купить ее, никаких вообще вопросов не будет, вот. Там немного меня смущали взгляды со стороны, здесь уже нормально. Вот такие вот магазины на каждом углу. Ой, чувствуете? И а прям в воздухе, вот это, да, в воздухе прям пахнет травой. Она здесь продается везде. Никому не советую, друзья, курить. Это вредно, наркота, это действительно просто, это хуже ничего не может быть. Просто показываю, как оно есть здесь, в Таиланде. Что просто каждый человек может найти все, что угодно на улице. Отчасти... Это не есть хорошо, вот, но таковы реалии этой страны и, в частности, этого города. Чисто тренажерный зал в Бангкоке, друзья. 1-2 человека. Неинтересно никому тренироваться. А, идет футбол, чемпионат мира. Дания играет с Турцией, счет 0-0. А, девочки массаж предлагают. Hello. Как обычно, на каждом шагу травка-шопы, где предлагают вам всякую ерунду. То, что я вам там показал в предыдущем отрезке видео, это был элитный район с элитными дамами древнейшей профессии. Сейчас я вам покажу стандартный район, тоже, откровенно говоря, максимально грязный в плане этих всех вещей. Тут продается все, что угодно на прилавках. Вот. Ну и девушки тоже, чего уж таить, греха, торгуют собой. Вот как бы девочки стоят спокойненько, продаются. Вот то, о чем я вам говорил. Электронки продаются как запрещенка.
Алин, ты здесь часы брал? Возьми Прадо кепку. Ты здесь часы брал? Кепку не хочешь, возьмем тебе Прадо? Так, и сумка-то здесь. Сейчас покажу одно место, друзья, без шуток говорю просто. Вот это вот место, сюда приходят девушки легкого поведения, вот так становятся, молятся, чтобы их ночная работа прошла хорошо, чтобы их благословили. В общем, друзья, время уже полночь. Мы вытоптали все свои ноги, все уставшие, потому что снимали сегодняшний выпуск для вас. Весь Бангкок просто протоптали ногами. Убитые, уставшие, но довольные, что досняли влог. Едем домой. Сегодняшний выпуск подходит к своему концу. Друзья, привет вам с китайского района в Бангкоке. Так он выглядит. Вот этот вот человек сказал, поехали погуляем. Хотя в этот район нужно приезжать вечером. Весь движ здесь вечером. И снимать красоту вечером. Но придется гулять допоздна здесь теперь, да, Игорь? Да, через 10 минут, Алим, поехали домой, я устал. Я не буду так говорить, я буду до конца ходить с вами. Посмотрим. Обычно, знаете, как бывает? Обычно бывает так, мы выходим гулять там по магазинам, и Алим с нами, типа, и он такой через 15-20 минут, что-то скучно, поеду-ка я домой. На следующий день сидим дома, никуда не выходим. Он говорит, что-то скучно, поехали, да, погуляем. Что ты скажешь на это? Я скажу, что ты не прав. Сейчас будем исправлять положение. Будем исправляться. Пойдемте, друзья. Мы зашли в магазин золота. Что он тут делает? Она говорит, не снимать, но мы снимаем. Такое вот красивое золото здесь. Тут золотые магазины на каждом шагу. И чтобы вы понимали, тут вечно толпы людей все скупают. Не знаю, может, ценник выгодный. Мы особо не горим желанием золото покупать здесь. Но китайский район прикольный. Все на китайском. Готовится к Новому году. Специи, травы всякие продают. Якусь, тебе нравится тут? Не нравится в этом районе? Почему? Ой, какой запах! Это что? Давайте здесь не будем ходить, где так воняет. Почему? Ну, Саркис уже тошнит. Нормально. Кого они здесь жарят и едят? Здесь так? Мы приехали, чтобы Алин здесь попробовал тараканов. А вот и рыночки пошли у нас тут. Да уж, как они тут это едят, я не понимаю. Личи, мангустин, китайские груши, их тут валом. Виноград. Господи, друзья, посмотрите, что это, опарыши, я не знаю, что это, жуки какие-то, скорпионы. Алим, давай пробовать. Мухи, Эка, будешь пробовать? Ребята, это день настал. Саркис ест таракана. Просто сюда. Эка набрала мне белковой еды. О, да. Ручками можешь брать, не обязательно ложкой. Это не суп. Я больше это не буду есть, на. Честно, не понимаю, как это люди едят. Это так отвратительно. До невозможного просто. Меня аж передергивает такое ощущение, когда мне даже поплохело. Чисто все уже реально готовятся к Новому году. Здесь, конечно,
Здесь спайдермены тоже есть, покажи всем. В теплой стране Новый год не так уж ощущается, как это у нас в России. Чё по кайфу есть? Алим, хочешь, вот такие брошки тебе для волос возьму? Ну, а девочки на мотоциклах. Мы решили с Аркисом подарить Алиму подарок. Да, давай. Алим, Алим, чисто от себя могу купить пакет говна тебе. Банковские, да, чисто? Просто покажи поближе. Они реально как настоящие. Фу, даже мерзко трогать. Вот еще одна улица в тайском районе. Ну, люди вот так на улице сидят, кушают, еду такую заказывают, сами готовят. Прикольно, туристов очень много. А у нас вечереет, улицы начинают наполняться маленькими рыночками на колесах. Люди толкают еду свою. А вот это лакшери такси в Таиланде, ну в Бангкоке. Водитель машет. Двери открываются в обратную сторону, как на Роллс-Ройсе. Эка хотела очки. Покупай мне очки. А ну одень. Ray-Ban, да, хочешь? Сейчас скажут, мне подходит. Ну, топ просто. Королева. Мне кажется, да, мне не подходят. Вот так делается сок из сахарного тростника, друзья. И вот так, в принципе, его продают. Вот, идем по центру города, человек тренируется. Пожалуйста, ЗОЖ, все дела. О, еще одна девушка тренируется. Чисто местный Иванушки Интернешнл. Ну что, друзья, наш выпуск подходит к своему логическому завершению. Я надеюсь, вам понравился влог. Обязательно ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Также не забывайте подписываться на наши соцсети. Ссылка будет в описании. Всех любим, целуем, до скорых встреч.